Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Нет денег, нет и ремонта. Героиня нашей сегодняшней истории личным примером доказывает ошибочность данного утверждения. В действительности для апгрейда нужно не так много финансов, было бы только желание изменить обстановку. Немного креатива, творчества, фантазии, и результат превзойдет все ожидания. Женщина поделилась историей своего ремонта на просторах интернета. Она поведала о том, что у нее очень большая семья, точнее живут они с мужем и детьми, но к ним очень часто приходят в гости родственники. Постоянно наша героиня испытывала стыд и неловкость, когда гости поглядывали на разрисованные и ободренные стены. Действительно, интерьер был достаточно убогим, это было видно невооруженным взглядом, и данный факт очень огорчал женщину. Однажды наша героиня решилась на отчаянный эксперимент – сделать ремонт в комнате всего за сутки, к очередному приезду родственников. В ее распоряжении была сумма в 30 тысяч рублей. Для полноценного ремонта это смешные деньги. Однако даже с такими скромными финансами женщина смогла полностью изменить дизайн. Первым делом наша героиня решила покрасить стены в белый цвет. Здесь ей пригодилась только краска нужного оттенка. Окрашены были и двери, с которых уже за долгие годы облупилась краска. Далее женщина приступила к декору. Ненужные старые испорченные вещи она без сожаления выбросила на свалку. Взамен она приобрела различные вещицы из магазина IKEA. Например, оригинальные светильники, зеркало на стену в форме пчелиных сот, цветы в горшочках. Женщина старалась выдержать весь интерьер в одном стиле. Кстати, диван она не стала выбрасывать, просто надела на него специальный чехол и положила подушки. Получилась комфортабельная софа, которая выглядит как новенькая. Создать уютную атмосферу в комнате помогли коврики. Небольшие, но мягкие и пушистые. Женщина знала, что дети будут в диком восторге, ведь они так любят играть на полу. Все безделушки женщина отправила в подставку органайзер. Такая вещица из пластмассы является отличной альтернативой обычному шкафу. Это незаменимая мебель для комнат маленького размера, поскольку она позволяет рационально использовать пространство. Когда на пороге показались гости, то они просто ахнули от удивления. Но больше всего их поразил тот факт, что ремонт делала хозяйка своими, и вся работа заняла у нее сутки. Ну а наша героиня была невероятно довольна и горда своим апгрейдом. А смог бы ты сделать ремонт за 30 тысяч рублей? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.